Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, какими болезнями человек может заразить собаку. Болезнь – очень неприятное состояние, мешающее любому человеку в полной мере наслаждаться жизнью. Еще хуже, если есть шанс заразить окружающих людей или любимого питомца. Какие болезни передаются от человека к собаке? Давайте подробнее рассмотрим 7 заболеваний, которыми хозяин может заразить своего лающего друга. Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Он передается от человека к собаке воздушно-капельным путем. Симптомы у питомца и хозяина похожи. Это кашель, потеря аппетита и повышение температуры. Для собак опасен человеческий сальмонеллез. Это заболевание вызывает рвоту, диарею и лихорадку. В некоторых случаях у питомца оно проходит без выраженных симптомов или перерастает в хроническую форму. Человек может заразить собаку золотистым стафилококком. У заболевшего питомца начинается лихорадка и диарея, появляются кожные отеки, воспаляются слизистые. В некоторых случаях болезнь любимца сопровождается рвотой. Также человек может заразить собаку глистами. Это заболевание вызывает паразитические организмы, проникающие в тело. Основные симптомы появления глистов у собак – рвота, понос, вздутие живота и потеря веса. Собаки могут заразиться от людей свинкой. Симптомы этой болезни у хозяина и у питомца похожи. Это повышенная температура, отек слюнных желез, слабость и потеря аппетита. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается от человека к собаке воздушно-капельным путем. У заболевшего питомца начинается лихорадка и кашель, любимец быстро теряет вес. В некоторых случаях болезнь сопровождается рвотой и поносом. Стригущий лишай вызывается грибком, попавшим в организм собаки. Симптомы у питомца выражаются ярче, чем у хозяина. Это невыносимый зуд на пораженных участках кожи, покраснение и появление проплешин. Теперь вы знаете, какие заболевания передаются от человека к собаке. Если вы заболели чем-то из перечисленного, постарайтесь ограничить контакт с лающим любимцем. При появлении у питомца первых симптомов болезни незамедлительно обратитесь к ветеринару. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!